котик. Знаешь, что мне пишут подписчики на Just Live Pets? Что? Что не хотят тебя видеть в видео. Да ладно. Некоторые пишут, уберите его из кадра, а некоторые, хотим Артема вас посмотреть. Еще там так быть. Что передай всем подписчикам, которые хотят на тебя посмотреть, привет, пожалуйста. Всем привет, очень приятно, что хотите посмотреть меня на еще одном канале. И я думаю, что я вам что-то там еще покажу. По крайней мере, буду озвучивать мультики. Она будет Тоша, я буду Лайма. Да, Артему хорошо получается озвучивать животных. Я сама так смеялась, когда он озвучивал хомяка. Так что, может быть, мы попросим. Я буду Юми, а ты будешь улитка. Пишите в комментариях, хотите ли вы такие видео. А сейчас я вам хочу показать, и Артем еще не видел, я ему тоже покажу. В прошлом видео я только маленький фрагмент показала, как я пересаживала яйца улиток с основного контейнера в маленький контейнер, как я их сортировала и так далее. Это был длительный такой процесс, я его весь сняла на видео, и в этом видео вы, конечно же, это все посмотрите, потому что в прошлом видео было больше про уборку улиток, а в этом видео смотрите о том, как я пересаживала яйца, считала их и, в общем, все вот эти вот штуки, которые вы всегда любите наблюдать. Ты... и писали в комментариях, чтобы я такое сняла. Ты что, считала яйца? Да, ты я что, считала сколько яйца. Сколько ты там насчитала? Ну, в одном контейнере было 135 яиц, а вот это была такая маленькая часть, не знаю, 1/10 от общего количества. А в другом контейнере я еще яйца не посчитала. Поэтому нам с тобой еще предстоит, наверное, будем вдвоем с тобой пересчитывать яйца вот в том контейнере, где их очень много. И на работу срочно вызвали. Не сегодня. Сегодня смотрите, как я делала сортировку. Приятного всем просмотра. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк, пишите свои комментарии, что вы еще хотите видеть на моем канале. И сейчас я снимаю очень много видео, поэтому обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видосы. А вообще они выходят каждый день, поэтому просто приходите на канал каждый день. Все, пока. Так, мы переехали на кухню, тут светлее. Смотрите. Так интересно. Вот она недавно рожала. Видите, у нее вот эта вот трубочка еще такая вот, ну, большая. Да? Ты недавно рожала? Или у вас брачные игры начинаются? Странное поведение. Видите, какая разница по цвету? Вот эти вот все желтые, это свежие яйца. А вот те белые, это те, которые вчерашние. Эй, ребята. Рано еще делать детей. И мои любимые контейнеры от сыра фета. Мы едим его, и поэтому у нас всегда есть такие сырки. Знаете, что еще заметила с этими двумя улитками? Они более активные, чем мои. Я вот думаю, может ли быть такое, что мои пережили какой-то стресс по какой-то причине у меня дома? Какая может быть причина? Какая-то еда. Вот попалось что-то, блин, ну слишком химическое. Потому что сейчас, знаете, все, что хочешь, можно в магазине купить. Может быть, какая-то тыква была такая подтравленная. Может, еще что-то. Может, ну вот такое ощущение, что все одновременно чем-то траванулись. Или что-то произошло, что они дали какой-то сбой. Потому что они тоже у меня были активны, в принципе, и днем, и ночью. То есть не было такого, что они спят. Вот я сейчас открываю, они постоянно спят. Вот я сейчас с этими улитками прям узнаю своих улиток. Вот они все время в таком состоянии. Никак не открою, они ползают. Так, мне кажется, сейчас будет у нас процесс спаривания. Очень похоже на то. И я не хочу это снимать, потому что в прошлый раз у меня были проблемы с Ютубом, когда я такое сняла. Вот. Но пока что ничего такого не происходит, поэтому я вам пока и рассказываю. Ставим контейнер здесь. Я вам тут не отвлекаю, нет? Все нормально? Так, и вот эти яйца желтые, видите, свежие. Перекладываем вот сюда. Да, сейчас что-то будет. У
неудобно снимать и что-то делать, потому что хочу и вам показывать, и делать то, что снимаю качественно. Такие красивые яйца и красивые улитки. Так. Просто волнуюсь, что они их раздавят. Сейчас начнут ползать. Смотрите, расползаются. Я им, наверное, мешаю. Так. Опа, ушла. Так, это что тут у нас? Кокулечка нам. Кокулечка не надо. Смотрите, что тут у нас расползают. Ты куда ползешь? Ты чего? Я бы этой кладке, конечно, дала шанс, но не всем. Так, это уже та кладочка пошла. Сейчас буду брать другой контейнер. Так, вот одно яйцо раздавилось тут. Так, ладно. Вот этих еще сюда. И берем следующий контейнер. Смотрите, сколько яиц. Считать не буду. Считать не буду. Так, расползаются в разные стороны. Все. Передумали. Прям гиганты. Есть и мелкие. Сейчас надо выбрать. Мелкие не хочу оставлять. Убираем. Сразу убираем. Убираем. Так, вот видите, большие остались. Вот большие все. Это маленькое. Большие. Так, вот тут вижу одно маленькое, даже два. Оп. Все, уже у меня глаза устали присматриваться к яйцам. Так, а ну смотрим в это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 100. Нормально? Ровно 100 яиц. Как я так умудрилась? Ровно 100 яиц. 101, 102, 103, 104, 105, 106. 107, 108. 109, 110, 111. 112, 113, 114. Так смотришь, не скажешь, что тут 115 яиц. Кажется, меньше. 118. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. 124. Боже мой, а сколько же здесь тогда? Наверное, тоже пересчитаю. 124. Смотрите, какие разные по цвету яйца. Представляете? Это вот свеженькие желтые, а белые вчерашние. 125 для ровного счета. Ох, и рукой неудобно. Ложкой намного удобнее. 125, а эти я вот отобрала выкинуть сразу, потому что они совсем маленькие. Не замораживаю, потому что все равно сейчас на улице холодно, они выйдут в мусорку и по-любому замерзну там. Ну, то есть не вылупятся на такой температуре. А эти, блин, тоже хочется пересчитать. Просто интересно. Напишите мне в комментарии под этим видео, хотите ли вы, чтобы я просто отдельное видео записала, где вот так ложечкой по одному пересчитываю вот эти вот яйца. 126, 127, 128, 129. 130. 130. Так, все, жду быстренько ваших комментариев. Хотите ли вы, чтобы я вот эти яйца пересчитала? Поставила контейнеры в основном контейнере, потому что, чтобы у них была хорошая температура, было им тепленько. И закрываем наших мамочек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Спасибо всем за просмотр и увидимся завтра. Всем пока. Улыбнись. Новое видео совсем скоро. Подпишись на канал Jess Life Pets и нажми на колокольчик.